Да. Алло. Алло. Это ты, дорогой? Да. А это я. Ку-ку. 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 Ой, и кто это у нас там кукует, а? Ой, а куда я попала? А куда вы хотели попасть? А я и сейчас хочу. Что вы хотите? Это же интимный вопрос. О. Вам бы все сразу. Ферапонта позовите. Ферапонта здесь нет. Бздынь. Через секунду она звонит опять. Да. Алло, я туда попала? Нет. Вы попали не туда. Вас послать куда надо. А ферапонт там есть? Не знаю никакого ферапонта. А кто знает? Ну, откуда я знаю, кто знает вашего ферапонта? Вы по какому телефону звоните? Со стразами. С какими стразами? Вы что, два по третьему? От Сваровски, конечно. Куда я попала? Ну, а куда вы хотели-то попасть, а? Я и сейчас хочу. О. Я всюду еще не бывала. Вы кто? Я? Я прекрасная незнакомка. Переходных лет. От зрелых к сочным. Ферапонта, позовите, пожалуйста. Вы где-нибудь лечились вообще, а? От чего? От головы. А кто-то мне грубит. Кто, кто? Конь в пальто. Переходного состояния. От спокойного к зверскому. Ферапонта позовите. Ферапонта здесь нет. Не держим. Бздынь. Через секунду она звонит опять. Да. Алло. Алло. Это ты, ферапонтушка? Ку-ку. Ку-ку. С вами говорит автоответчик. Никого нет дома. Бздынь. Через секунду она звонит опять. Да. Алло. Алло? Жадно вас слушаю. Ой, ой, автоответчик, а я вас узнала. Да. А это опять я. А я вас тоже узнала. Чего не спрашиваете, нет ли здесь ферапонта, а? Да? А какой у вас телефон? У меня вообще нет телефона. А зачем вы взяли трубку? Чего сюда звонить-то? Скажите, это номер... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ну, да. Ну, правильно. Ферапонт, дай мне этот номер. Что вы с ним сделали? Сбросил с 12 этажа. Того. Надеюсь, уже долетел. Приятной вам встречи. Бздынь! Через секунду она звонит опять. Да. Алло? Я правильно попала в этот раз? Неправильно. Ты не попала, ты залетела. Не мучь меня. А, переходишь на ты. А я не такая. А я знаю, какая. Старая, толстая и лысая. Не лысая. Лысая. Не лысая. Лысая. Спроси ферапонта. Да кто, кто он есть, этот ваш вот этот вот ферапонт-то, а? Сердцеед. Но мое сердце, он как он откусил с краю. Да лучше бы он его сожрал совсем. У меня, говорит, денег больше с тобой нет. Все в офшоре. Это где? Где, где? В Караганде. А я так больше не могу. Мне уже 40 всюду. Ну да, два брака, дети взрослые. Откуда знаешь? Ферапонт рассказал. При чем здесь ферапонт? Ну, обычный наборчик к 45. А я тебя тоже вижу насквозь. Откуда вы? От Верблюдова. Ай. Ты блондин, у тебя черные кудрявые усы. О. Ты мачо в закатные годы. Ты по гороскопу писец, ага. А я зяблик. Мы сочетаемся. Не сочетаемся. Не сочетаемся, потому что нет такого знака по гороскопу. Ну, нету, нет. Я первая. Да. Зяблики трогательные, беззащитные и зябнут. А писец, значит, вашего зяблика согреет. Да. Не согреет, потому что я по гороскопу козел. А я это знала. Но среди козлов тоже бывают писцы. А. Да. А какой у вас...
камень по гороскопу. У меня аметист, а у вас топаз, алмаз. А у меня кирпич. Сверху летел, рядом упал. Теперь это мой камень. Кирпич. Как романтично. Ай. Теперь он и мой тоже камень. Давайте встретимся в кафе «Привокзальное». Да. Да. А как я вас узнаю? Как вы выглядите, да, «Привокзальное»? Как никогда. Я старая, толстая и лысая. Да, я ж так сразу сказал. Старый, как в воду глядел. Успокойся, шалун. Я искрометная, шалая блондинка. А Ферапонту передайте. Пусть плачут те, кому мы не достались. И сдохнут те, кто нас не захотел. Чао! Ферапонт, за тобой пришли. Чао!